Ого! Я такого еще не видел. Круто. Да-да-да. Вот это баги дает. Вау, тихо. Так, самое главное автобусы сейчас перескочить нам. И взять бензин, не забудь. Тихо-тихо, берем бензин, берем. Оп. Ребята, а перед тем, как посмотреть это видео, я рекомендую подписаться на мой канал. Также нажимаем на вот этот колокольчик, сообщать мне обо всех новостях этого канала. Также обязательно ставим лайки. Всем привет, дорогие друзья, с вами Юра, вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы будем с вами играть в Hill Climb Racing. У нас вышло новое обновление, мы купили вот такую тачку крутой баги, а также мы открыли вот такую трассу за миллион арена, где, собственно, люди смотрят на наши трюки, а мы их, естественно, будем выполнять. Так что давайте начнем и прокатимся. Так, двигатель. А, здесь можно улучшать, да? То давайте сразу улучшим наши показатели все на автомобиле. Пускай они будут на самых высоких позициях, но это очень долго. Так. 13, 16. Так, повторюсь, что игра у нас взломанная, и мы можем покупать все, что захотим, в принципе. И так что так, это у нас подвеска, да, давайте купим подвеску. Итак, ребяточки, хочу еще раз повториться. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно сделайте это. Сделать это можно кнопочка ниже красненькая «Подписаться». Также обязательно ставим лайки. И оставляем комментарии. Пишем комментарии, на которые я всегда с радостью вам отвечу. Так что не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы. Будем дружить с вами и будем вместе играть. Так, сейчас уже мы давайте с вами улучшим шины, купим на все, короче, эти. Все. И давайте купим, естественно, с вами топливо. Так, еще 10 осталось. Давайте на всю раскошелимся. И ведь у нас игра взломанная, у нас там миллиарды. У нас 2 миллиарда есть, так что мы можем покупать все, что хотим. Так, ну что ж, ребята, поехали. Теперь можем свободно отправляться в бой. Опа! Так, ну что? Ого, ребята, вот это... Тихо. Вот такая точила. Ай, да что ж ты, тихо. Фух, тихо, аккуратненько. Ай-яй-яй, ай, да что ж ты, я не хочу умирать. Вау, ребята, у нас разбилась крыша, мы летим, ай-яй-яй. Ого, фух, мы не разбились, ребят, круто, вау. Ну, уже, естественно, шею сломали. Крыша нам для того и нужна была, чтобы защищать свою голову. Так что теперь давайте перейдем. Так, тихо. Что-то у нас немножко со звуком проблемы, как всегда. Но ничего, постараемся в другой версии справить. Давай, газу. Вау, летим. Вау, вот это скорость, ребята. Вау, вот это да. Тихо, бах. Так, жун. Бух, ой. Тихо, мы назад полетели. Мы немножко неправильно полетели. Нам нужно вперед лететь. Так, фух. Баги такая отличная тачка. Короче, так. И люди, в принципе, нам должны уже хлопать. А мы бабах. Ух, ё-ё-ё-ё-ё-ё, свернул опять шею. Да что ж такое, никак не могу выскочить туда наверх. Сейчас мы обязательно это сделаем. Нам нужно просто немножко на начале притормозить, чтобы наша машина не так переворачивалась. Потому что она у нас мощная, мы же ее заделали на всю. Нитро что-то у нас не работает. Ну ладно, тихонько. Давайте будем лучше катиться, чем... Тихо. Скорость и так уже бешеная просто. Тихонько, давай притормаживаем. Ой-ой-ой, тихо. Баба. Вау. Ой-ой-ой, ребята, сомневаюсь какую-то.
сальтуху сделал назад. Ой-ой-ой, фух, чуть не разбились. Так, теперь едем просто вперед. Бам! Вот так вот. И давай, 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 давай. Опа, отличненько, отличненько. Все, так бы и сразу ты вылетел бы сюда. Так. Вот это я понимаю, автомобильчик. Так. Ого, ребята, препятствие, препятствие. Тихо, тихо, тихо. Как же теперь нам отсюда выпасть? Ай-яй-яй, все, что ли? Да что ж такое-то? Не-не-не, сколько я не газую, ничего не получится. Так, нужно брать заново и ехать. Арена действительно очень крутая. Спору нет. Очень довольно-таки привлекательно смотрится. И джип преодолевает свое препятствие. Так. Самое главное, что нам нужно, это перескочить вот те автобусы. Но как нам это сделать, я, увы, не знаю, ребятки. Баба! Ух! Воу! Воу! Сальтуху крутим! Ой! Круто! Сальтуху видели, какую мы крутую сделали? Бам! Ой-ой-ой-ой! Отлетела крыша! Ай! Уезжай! Да что ж ты будешь делать, а? Уа! Куда меня назад откинула? Меня откинула назад! Бэкфлип, бэкфлип! Это сальто заднее! Так! Вау, вот это да, вот это круто. Тихо, 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 у нас уже нету крыши. А это означает, что нам очень сложно. Нам теперь как-то надо перепрыгивать по автобусам. Я не знаю, как это мы будем делать. Газу, вау. Газу, 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 пошел, пошел. Отлично. Нету бензина, ребят, бензин кончается. А где бензин? Бензин кончается, ребят, вау, салюты уже пошли. А бензина нету. Короче, нам надо экономить бензин. Я знаю, как это сделать. Нам нужно на самом начале, на самом этапе сделать немножко по-другому. Не нужно разгоняться на полную мощность. Надо ехать потихоньку и два раза не возвращаться с горки, а сразу выпрыгивать на нее. Вау. Бах-бах-бах-бах. Берем бачок с бензином. Отлично. Едем, 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 притормаживаем, притормаживаем. Берем опять бензин, притормаживаем. Тихо, тихо, тихо. Тормози, тормози, тормози. Бау! О, опять крыша отлетела. Да что ж. Воу! Что это было, ребят? Это опять меня как будто воздухом каким-то откинуло, магнитом. Бау! Вау! Круто! Так, все, выскакиваем сюда наверх. Теперь едем. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 малыш, тихо, не переворачивайся, я тебя прошу. Только не переворачивайся. Газу. О, пролетаем через. Берем бензин. Да, мы взяли бензин в этот раз. Отлично. Потому что в прошлый раз нам его не хватило. Вот это насколько мощный у нас автомобиль. Проехали. Мы отлично. Теперь у нас есть бензин. Потому что в прошлый раз нам его очень не хватало. Ай-яй-яй-яй-яй, сальто, вы видели? Фух, ребят, чуть не разбил голову. Вот это круто. Давно я не играл. Вау, гоня, 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 гоня. Сальто крутить. Да что ж такое? Поломали опять голову. Вот мы, вон уже заехали куда далеко. Аж в лаву заехали. Так, поехали. Тихо, тихо, тихонечко. Сколько уже играю, а научиться нормально играть все-таки не могу. Как вы пишете в комментариях, что я нуб и не умею играть, ну, наверное, вы пишете правду. Так. Ну ничего. И вы когда-то не умели играть, вы научились же. Я считаю, что самое главное это научиться. Баба. Отлично. Опа. Бензин. Ого, ребята. Посмотрите, сколько я раз сальто кручу подряд. Вы видели? Раз 10, наверное. Вау, вау. Ого. Я такого еще не видел, круто. Вот это да, вот это баги дает. Вау, тихо, 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 тихо. Так, самое главное автобусы сейчас перескочить нам. И взять бензин, не забудь. Тихо, тихо, бери, берем бензин, берем. Опа, глазу, глазу, глазу. Ай-яй-яй. Оф, 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 тихо, тихо. Ай, да что ж ты будешь делать? Опять разбился-то, а?
Ничего. Поедем дальше и посмотрим, что у нас творится дальше. Так. Фух, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай-давай-давай, газу-газу-газу-газу. Так, здесь мы собрали. Здесь мы собрали-собрали-собрали. Да, летим. Бам! Берем бензин. Отлично. Так. Так как так-то на самом начале-то? Да что ж такое, а? Плохой из меня гонщик. Но тем не менее, стоит учитывать то, что эта трасса тоже очень сложная и требует особого внимания и подхода со стороны гонщика. Потому что гонщик должен учитывать и топливо, и как себя ведет машина, и должен учитывать все преграды, которые нам здесь расставил разработчик. Бабам. Бабам. Так, тихо. Сальто это хорошо. Но нам нужно приземлиться на ножки. Все, а на колеса просто отлично. А теперь бам! Давай, давай. Опа, отлично, мы с крышей даже заехали сюда, ребят. Ну что ж, поехали, погнали. Так, самое главное, это вот эти автобусы, которые я не люблю. Давай, перескакивайте их быстрее. Давай, газу, газу. Вот, давай, давай. Фух, думал придавить меня автобусом. Так, отлично. Так, тихо. Вау. Отлично, салют, мою честь пускают. Огненные кольца. Вау, ай, бензин не взяли с вами. Ребята, что же делать? Мы не взяли с вами бензин. Вау. Вау. Тихо. Бабах. Так, ребята, бензин-то кончается у нас. А бензин аж будет через 30, через 20. О, вот бензин. Бери, бери, давай. Фух. Взяли бензин, отлично. Продолжаем дальше. Вау, круто. Вот это да. Лава, ай-яй-яй. Да что ж ты перевернулся? И прямо ж куда дошли, так далеко, и мы разбились. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ничего, ребятки. Не повезло в этот раз, обязательно повезет другой. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был Юра. Подпишитесь обязательно на канал, поставьте комментарий, поставьте лайк. И до скорых встреч в следующем выпуске.